друзья. Помните, в одном из самых первых видео я говорил о том, что живу дома и мне нечего делать. И я записываю свою жизнь на видеокамеру. Сейчас немножечко все изменилось. Я переехал на засекреченный спецобъект ЦРУ, в котором запрещена любая фото- и видеосъемка. По остальному режиму здесь нареканий нет. Но что касается именно этого, то с этим здесь большие проблемы. И если сейчас меня спалят, то я могу получить по возможности. Я буду стараться записывать всю жизнь на видеокамеру. Разные моменты. Смешные, веселые, грустные, разные. Ну, в общем, я буду стараться. Как, походу, тут идет. Сейчас. Друзья мои, еле удалось уйти от преследования. Я думал, что меня уже повяжут и отберут камеру. Сейчас я пока спрятался в ванной комнате. Ну, в общем, за меня не переживайте. По возможности, вы будете в курсе дела моей жизни. А так, все хорошо.